Всем привет, ребят! У нас время завтрака. Какой классный завтрак, очень красивый и большой. Вкусно тебе? Вот время уже 12 часов, а мы только сели завтракать. Ну, как обычно. Катюша приготовила яйца пашот, да? Да, только соус у меня свернулся. На тосте. Да. Но это мой первый раз, буду дорабатывать. Да, обязательно все получится. Да. Я кашка. У тебя кашка. Ты любишь кашку? С авокадо, с сыром и маслом сливочным. Любишь? Да. Ничего, еще есть? Масло есть у нас. Конечно. Да. Я хочу посмотреть. Что ты хочешь посмотреть? Что ты показывала папой. Я снимаю, я не показываю. Всем приготовила обед, точнее я его доготавливаю. В общем, я приготовила овощи, потушила тут брокколи, всякие разные. Здесь у меня варится рис, практически уже сварился. И потом мясного у нас куча всего. У нас есть курица, у нас есть фарш. Я думаю, либо курочка, либо вот эти вот колбаски будут у нас. Ну, еще у нас есть два готовых хот-дога, еще кусочек стейка есть. В общем, там уже по ходу нужно будет жарить. Вот. А я хочу начать обматывать наш кокон, чтобы его уже доделать и можно было на нем сидеть, кататься. Вот, я заказала материал. Я очень много всего, ребят, заказываю на Амазоне. Просто пишу ключевые слова, название материала. Не знаю, хватит нам или нет. Я даже не знаю, сколько здесь метров. Две упаковки. Так что сейчас начну обматывать. Посмотрим, что у меня из этого получится. Послушаем. Так, мы сейчас будем ужинать. Но будем ужинать не одни. К нам приехала Надя. Здрасте. Несет бокалы. Сыночек, садись за стол. Ага. У нас сегодня овощи, рис и курочка с сыром на ужин. Показывает ей все. Это маршмеллоу и подзарядка. Ты включай воображение. Надо выбрать одно из двух, из этих двух, конечно. Сынок, что нужно сделать? Все платить, потом заказывать и потом играть с ними. Понятно? Заплатить, заказать и играть. Нормально. Сейчас мы можем наблюдать семейную идиллию. У вас так камера пукает? А? Такие звуки издает камера. Мне лучше не приближать. Да. Что? Хочешь поменяться камера? Ну, можно, почему бы и нет? О, давай. Ты посмотри, как она. Это у вас, ну, с газоиспусканием камера. Газоиспускание. Очень красивая идиллия. И, кстати, посмотри. Ой-ой-ой, камера поехала стоять. Красота просто. Кстати, очень красивый газон.
В жизни он выглядит вообще как натуральненький, так ему хочется его потрогать. Так, чик-чик-чик. Но трогать нельзя. Не трогать. Наступать нельзя. Нет, конечно. Это только для картинки. Анютка сегодня так испугалась, когда меня увидела. Она раза 4-5 смотрела на меня и просто начинала плакать. Да, Анют? Забыла. Скажи, так что за девушка такая сидит тут? Да, Анюточка, дяденька. Все, уже пойдет отдыхать. Давайте. Да. Анечка, я заметила зеленый. Мы все это время сидели, общались с Надю, давно не видели, потом поэтому много разговаривали обо всем. Я еще сделала им коктейльчики, потому что мне завтра покажу. Подарили такой классный набор, и я вот его уже сегодня пробовала. Там шейкеры, всякие же аксессуары для коктейлей, для того, чтобы делать коктейли. Я им делала сегодня клубничный текила сауэр, и потом клубничный писка сауэр. В общем, два коктейля. И вроде им понравилось. Она же поднялась наверх. Что ищешь? Твою зарядку. Она где? Там вот. Где? Заряжается там. Вот это. Ай, вот где-то здесь она была. А нет, она, значит, я ее подключила к твоей стороне. У меня просто почему-то она не работает в моей розетке. Именно гнезда? Угу, да. Поэтому, но в других местах она работает. Я просто это и хотел проверить. Поэтому она с твоей стороны у меня глючит, это зарядка для телефона. И у меня телефон теперь постоянно разряжен. Но сегодня слушай, я... Слушай, этот провод настолько длинный, что хватит, если даже будет куда-нибудь здесь. Да. Вот именно, что нельзя умирать. Ой. Все, Надя пошла уже умываться, тоже собираться спать. И я тоже сейчас пойду умываться. И сейчас возьму пижамку. И тоже спадки. Вот завтра еду... Сейчас включу свет. Завтра еду с подружками на завтрак. Мы договорились сырники поесть. Вот и завтра с утра приезжают устанавливать нам кондиционеры. Ура! Вот, и я вернусь, и будем чилить у нас, и вечером нам к врачу пришли уже анализы, результаты анализов, и вот мы пойдем к врачу, чтобы их нам расшифровали, нам все рассказали, и сказали, что делать дальше. Вот, а сейчас я буду умываться, вот волосы сегодня уже лучше выглядят. То есть более такие плавные получились, не как барашек, а плавные волны. В общем, сейчас мне уже больше нравится. Завтра еще будет лучше. Так что все, ребята, спасибо огромное, что были с нами. И увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Пока-пока.